Постарела мать за много лет, а вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война. Много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар и мал, кто познал войну и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. «Алексей, Алешенька, сынок, будто сын ее услышать мог». Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать закрыть его собой. Все боялось, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» – кричали земляки. «Алексей!» – просили, да беги! Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Будто сын ее услышать мог. Дома все и чудилось кино. Все ждала. Вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.